Всем привет. Итак, дела об административных правонарушениях. В общем, появился там человек. Его не уведомили там ни в почтовый ящик, ни по звонку, ничего о том, что когда будет суд, о том вообще, когда протокол составляется. Статью я не буду говорить, но дело серьезное. В общем, приезжаю я по доверенности в суд знакомиться с материалами дела. Сижу, знакомлюсь в этом кабинете с этими чаечками. Одна передо мной сидит, другая там прям рядом, что-то там свои бумаги, блядь, перебирают. И хоба, я нахожу в материалах дела, что якобы ему звонили из суда в такое-то время и приглашали в суд. Но он дал мне распечатку за весь период телефонных... Здесь оттуда. Телефонных переговоров. И там вот этого номера не фигурирует. Номера помощника судьи, либо секретаря. Вообще этого суда нет номера. То есть что? Подделано, короче, это шляп. Ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. Дальше. Когда его вызывали на протокол, смотрю, оба, расписка, короче, есть. И там подпись его стоит. Я думаю, вот, блядь, жук, что ж ты мне сразу-то не сказал? Ну, я, естественно, все это отфоткал, ему отсылаю, все это объясняю. Это уже потом, впоследствии. Он говорит, что это, нихуя не моя подпись, блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь! Я такой, ага, интересно. А я еще в тот момент сижу там. Они ж пронумерованы, эти листы в деле, блядь, от руки. Вот так вот. Я думаю, блядь, вырвать эту расписку нахуй. Вот прям реально я так и думал сегодня. Вырву ее нахер оттуда и все, блядь. Но там хуй хай такой бы подняли, потому что вот эта чувиха первая, она прям передо мной, короче. То есть монитор стоит, и вот сразу, короче, ее лицо. И она там... Короче, ну понятно. А другая там... 1.20 метра, 1.5 метра, короче, от меня. Тоже это. И они ж на меня смотрят, короче. То есть, ну... Вообще, ну... Фонарь, это только если прям вырвать, блядь, и убежать, только если так. Ну, прям чувствовал, что там какая-то, короче, подстава. Ну, я знаю, что делать дальше, в принципе. Чем это закончится? Тут 50 на 50 уже. Но реально, будьте внимательны, особенно при составлении протоколов. У меня уже есть видео на этом канале. Как себя вести там, что писать в протоколе, что не писать. Потому что реально будут вот возможны факты, что будут фальсифицировать документы. Потому что есть и информация, что ему звонили, а ему не звонили. Есть информация, что он... есть расписка, где он расписался, что он уведомлен, а он нигде не расписывался, но он прям уверенно говорит, что это не его подпись. Но он и до этого говорил, что он ничего не получал. То есть человека просто перед фактом поставили и все. Ну, теперь у нас есть 10 суток, которые с завтрашнего дня отчитываются, и все это дело будет обжаловаться. Будьте внимательны, не попадайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья, жмите лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду.